Здравия желаю, товарищи! И это продолжение второй части Dying Light. Точнее, первой части, это прохождение уже второй части. Короче, давай, все, погнали. Че уже там? Это прохождение первой части и прохождение номер два. Во! Все, погнали. Я тупой. Куда? Не сюда же надо. Наверх. Я так и знал, блин. Зачем я сюда зашел? Почему я ты ждешь, пока я первый зайду, а? Во, это же этот. Рахит. Рахим. Рахим. Рахим, what are you doing up here? Что ты делаешь? Крейн. А, Крейн. Can I trust you? Тебе можно верить? How much you had to drink? Сколько выпил, дуралей? Yeah. Да, что? Видишь высотку? Разведчики нашли там внизу прыгуну. Грохнем их, сможем выходить ночью. Как тебе? Мы справимся, точно говорю. Я подумал, если я заложу взрывчатку. О, Господи, ты же не всерьез. Крейн, мы справимся. Пока эти твари там, мы никогда не наберем достаточно антизина. Это сработает. Можешь его толкнуть? Я как Водус увидел. Я же говорил, мы команда. Ты что, еще хочешь? У нас нет взрывчатки. Вообще. Это единственное более-менее похожее на пакеты Спайка. Ничего не выйдет. Спайк. Есть это, бутерброд такие, Спайк. Я могу только наблюдать, сидеть на заднице. Я не хочу тут сдохнуть, Крейн. Не так. Так, беспомощно. Чё? Если умереть, так хоть с пользой. Что это? Чё ты смотришь на меня? Где кантик твой, вот солдат? Не поустал, да? Look, I'll keep my eyes open, okay? If there's some way we can make this happen. Whatever. Чё, всё, он обиделся? Ну. Чё, обиделась? Ты обиделась? Ты обиделась? Не обижайся. Пожалуйста. Я помогу сейчас тебе. А с чем помочь тебе? Куда там залазить? Я потерялась. Генерал Чубака. Я звянкаю. Звянкаю. This is Crane, do you copy? What do you want, Crane? ВКМ. I want you to start the antizin drops again. At least near the tower. These people need help. We put you in Haran to find our file, not to play Mother Teresa. Or does this mean you've reconsidered Ryza's proposal? Perhaps Miss Aldemir would even be willing to cooperate, test her skills in a new environment. You start giving us some antizin, and then we'll talk about what Ryze wants. Oh, it's us now, is it? Well, I'm afraid your request is out of the question in any case. Ничего, жалко, что ли, антизина? Things have gotten a bit strained with the ministry. Resuming the airdrops would not be politically advantageous at the moment. Так что, пускай как в детстве. Подорожник сидят, может, поможет. I'll locate the file for you, but I'm gonna take a good long может, look at it before I decide что what to do about it. Ну чё, найти тяжело, что ли, подорожник? Чё, куда? This is Jed. Do you copy? What? Loud and clear, what can I do for you? I don't know how much time we have. Страшно? The short version. I need your help. Ryze has turned an abandoned school into a supply dump. Давай. I think it may be where he's storing his antizin. Вы забавно, если ты, кажется, туда свалишься. Yeah, I'm with you. Great. Look for me in one of the boxcars on the train trestle near the school. Okay. And listen, Jade. Как жаль, здесь нельзя пинка дать. I'll need to talk to you about something. About what? Потому что я в безопасной зоне. But we'll cross that bridge when we come to it. Right now, let's see what we can find in that school. Ой. Пока, Валя.
А я сзади. Отлично. Что за фокусы? Ладно, все, погнали. Джейд. О, у нас свидание. А, братья и сестры, я брат ее? Да, конечно. Рахим брат ее. Рахим. Рахит. Рахим. Чека нифига нету. Значит, побежали. А ты же это все уже прошел, да? О, смотри. Я тебе кое-что покажу сейчас. Ты будешь в восторге. Тебе показать? Покажи. Пошли со мной. Смотри, смотри, смотри. Сейчас, сейчас. Ну смотри, куда ты побежал. Бля, а. Там еще ящик есть, Саш. Смотри, прикол. Стой. Я не вижу тебя. Разлетелись как кегли. Тебе там зомби идут сзади, если что так. Прикрывай. Саша, почему ты меня не прикрываешь? Потому что здесь их очень много. Там что-то взорвется, да, сейчас? Да. Побежали. Тупой зомби. А что взорвалось? Не говоришь, что гранату закинул? Гранату кинул. Спасибо. Там что-то падает, смотри. Видел? О, о, груз, груз выпал. Надо прям сразу бежать. Я бегу, бегу. Побежали. Да, я прям за ним. Отстаньте от меня. Только смотри, там без меня не врывайся в драку. Он рядом. Давай, я жду тебя. О, никого нету пока. Надо забирать. Подожди, я потерял. Ай, Саша, подними. Ты что, опять разбился? Да. Иди собирай. Ништяки. Побежали? Чё ты? А чё не лечишься? Зачем? Чё, я тебя постоянно подымать буду, что ли? Я думал, ты лечить будешь меня. Где-то выживший погиб. Ладно, бог с ним. Ты чё, не спас выжившего? Это ты его... что? Проблемы индейцев шерифа, они должны. Ну да. А, ещё я забыл добавить. Да. Я сразу записываю прохождение несколько частей. И потом сразу выложу. Ой! Hey, come here. You should see this. Вот здесь такая, да, с пистолетом гоняет. Но она мне дает. Тайрис мэн have been hauling boxes out of that place for hours. We need to get a closer look.
И чё, и куда ты пошла? What's in the boxes? Good question. If it's Antizen, we need it. На машине поедем? Ой, какая красивая. Вот, ты хочешь меня? Да, блин. Не забыла, что ты не один. Почему? Мы же двоим играем. Ну, так она же мной управляет. Лобби-то моё. Так что отдыхай. Пришла тебе. Хочешь у меня? А тебе нельзя, у тебя жена есть. Здесь нету. Ну, тебе жить не здесь, а в жизни. Ой, ну да. Сейчас негр шпильнут. Сейчас заложит нас. Помоги. Fucking Tahir. That guy should die in a fire. We... Fuck. Черт, куда она подевалась? Осуждаю мат просто. Где там? Не было никакого мата. Черт. Это разве мат? А что, это литературное слово? Конечно. How many bandits are inside? I only saw the ones that went in after Tahir, but I'm sure there's more. We should use different entrances. We'll cover more ground, and we'll make less noise moving separately. Все, мы нашли вход. Здесь что-то будет, нет? Шмонаем, шмонаем. Че там, гвозди? Гвозди хорошая вещь. Люблю гвозди. Блин. Ящик. О, записка какая-то. Открой, посмотрим. Да, это типа эти, собирать надо. По лекции. Подожди, где ты эту записку нашел? Ой-ой-ой. Там плюются. Где? Сверху? Но жаба. Вижу. Ах ты ж, блин, он меня попал. Jade, they've got this door sealed off from the inside. You got any alternatives? I remember playing here as a kid. There was a basement entrance at the back of the building. No harm in trying it. Где там бегаешь? Я уже ко входу заднего пришел. Ну я открываю. Тут эта полицейская дубинка есть. Мешочек. Ну я вообще-то все исследую и смотрю. Да я тоже уже исследовал. А мусорки что не шмонаешь? В смысле, там что-то есть мусорка? Ну конечно. Я-то не знал об этом, что мусорки тоже надо смотреть. А больших нету, да? Че делать там? Куда бежать? А, все, вижу. Вот! Откуда ты зомби сюда привлек? Тот. За тобой зомби шел. В смысле? Да. Погнали. А откуда он появился, зомби? Вот еще зомби, они перепрыгивают. Ой, дурак вообще! Что ты сделал? А что такое? Взрывается же он. Ну да. Ты идешь? Это закрыто. Another dead end. Надо через крышу залезть, я тебе говорю. Тебя ты рубанул. Как ты его пропустил? Ты же отсюда пришел. Ой, ёп! Сзади, Ваня. Да-да, прыгай ко мне.
Смотри, где-то подъем. Вот он. Через скорее всего, вот он. Вот, нет. А, вот сюда, где? Вот я нашел. Где-то. Где-то. Бля, уха. Ой, зомби. Ой-ой, кто-то харкается. Так это та, которая наверху была. Мы к ней пришли. Это все, да? Да-да-да, вот она и есть. Полетел. Это ты что, гранату кинул? Но. О, сейчас взорвется, Саша. У тебя сюрикенов нету, никаких ножей, сюрикены. Уай, подними меня. Не, нету. Где ты валяешься? Там, обойди. А. Это было очень неожиданно. Лежи, куда встаешь? Да лежи. О-о-о, там два пацана идут. Ты крышу открыл? Ой, дверь открыл. Ой! Меня положили. Тебя тоже положили? Да. Ты поднялся? Да кого я загрузился? А тебя-то как положили? У тебя же нормально. Да, он шальным ударом попал мне. Шальная императрица. Ты что там валяешься? Давай уже загружайся тоже. Ё-моё, ты что, бежать все заново? Ё-моё. Нефиг было подыхать. А это выживший? Будем спасать его? О, так мы почти сразу туда, да? Вот она, вот она. А, я не успел зацепиться. В смысле? Так мы почти на эту скатились, ты видел? Да, да. Я хотел спрыгнуть и, короче, не зацепился. А почему мы сразу не так не сделали? О, ты как так? Я прыгнул. Офигеть. Фига ты. Ва! Саша, подними меня. А чё, он прям всю жизнь, что ли, это убирает? Я не пойму. А, Саш. Да господи, я думал, ты ее убил. Улетишь, манать, да? Я чё? А как у тебя здоровье? Ой, не заходи туда. А чё? Уа! Ты чё не сказал? Так я же говорю, не заходи туда. Почему взлом трудно?
Ну, блин, знаешь, вещи там какие-то хорошие будут. А чё тут? Блин, навык. Я дверь закрою, пожалуй. Да, закрой. Короткий обволочный нож. Фига себе, клевец нормальный так-то. Ты видишь, там уже на крыше пацаны собрались. Да, трое. Ну, мы вниз, пожалуй. Ты не пойму, холодно, замерз. Окей, Джейд, I'm inside. Check the classrooms. That's the most likely place for them to store supplies. Короче, надо улетать здесь все, что можно. Да. Шкафчики, все, осматривай. Почему сумка такая большая, она всего $9 дает? Ну, значит, там больше денег нету. Ну, как вариант. Это плохо. Что, не открывается? Вот здесь два шкафчика. Так, а сумму пришли, да? Дверь не открывается, дверь не открывается. Нужен этот алкоголь, да? Аптечек взял, кстати, подожди, сейчас аптечек немножко подкрафчу. У меня 53 алкоголя. А вот марли мало. Что знает, в школе любили пить, да? Алкоголь лежит. Да. Так, тут закрыто. Марли вообще мало. А, я могу 10 отмычек сделать. У тебя сколько этих? Как они называются? Металлические детали? Да, сколько? 6 осталось. А, все, не трать, они на ремонт нужны. А, ну да. Ой. Ну неплохо, 11 аптечек. Нормально, жить можно. Нет, тебя обманули, Саш. Какого у тебя аптечек? 11. Ты куда побежал, в дверь или куда? Да. Тут еще. Ты осмотрел уже? Подожди, я там еще не смотрел. Шкафчики забрал? Пропускаю шкафчики. В смысле где? Вот здесь где я стою. Два шкафчика. Виноват. За трупа. О! Turn that damn thing off. We're gonna have walkers swarming towards the school. We got somebody in here that don't need to be. Find him and kill him. Погнали, погнали.
Что-то про тревогу? Ты где, Саша? Неожиданности создаю. Неожиданно меня сейчас убьет, Саша. Чисти же аптечки есть. Ну, сделай, что не успел. Че начинается? Все, я выключил тревогу. Еще были люди? Сейчас, подожди, я... Поломаю, что тут вещей понабрал. Всякой фигни. Ой, это что такое, Саша? Зачем ты взорвался? А! Твою мать! Опять лег. Нет, я испугался. Че, ящики здесь зеленые нет? Не открыл. Господи. А тут ничего нету. Я чуть штаны не наделал, Саша. Нет, там ничего нет. Слышишь? Я, короче, иду, я вот чувствовал, я, короче, иду здесь, смотри. Иду, иду, и отсюда вот этот конченый выпрыгнул прямо на меня. О, деньги. Я испугался. Ты не хочешь меня пожалеть? Там успокоить, там, не знаю, у меня душевная травма, там, не знаю, приехать там, помочь, что-нибудь там. Чуть-чуть взять там это. Тихо-тихо, халва. Жрём халву. Халва. Чё он там долбится? А, я думал, это ты! Почему я не могу его смотреть? Где там? Ну. Жар. Тут нет антизина, я вот прям голосом докладываю, здесь нет антизина. И там кто-то убегает. Ничего, он подождет. Как лежал, так и лежал, короче. Уа! Че, уже двоих рубанул? Гаты ниндзя. Сколько марли, а? Вот, а марли, у кого-то бечевки выпадают. Так, подожди, куда мы бежим? Прямо, да? А что-то не открывается никакой шкафчик, а вот один открывает. Ваня. Вася, чё? Подожди, стой, 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 я сейчас сюда не зашел, в туалет. Что случилось? Смахать. Подожди, стой, 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 кто за мной бежит? Я дверь закрыл, он не зайдет. Бросьте. Меня рубанули, Ваня. Где ты? Подожди, меня сейчас трогают. Уа! Стой, 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 я бегу. У меня нету гранаты. Поднимаешь? Нет. Да поднимай, 11 секунд осталось. Да я не успеваю поднять.
Стой, стой, сейчас я их сюда высосу. Все, я помер. А чё они, почему они не идут сюда? Вот тебе, товарищ. Да я поднимал, ты же видел. А, сука. Да чё, уронили? Нет. Упал, только а, там в принципе, что ли? Показывает, что он до сих пор живой этаж. Может, пойдешь биться или что? Так показывает до сих пор, что он живой. Спасибо. Я справился сам. Да, обращайся. Че надо искать антизин? Не, мне кажется, нет антизина. No. Jade, no luck with any antizin. Looks like we'll have to talk about that other option. I still have classroom C to search, though. The basement's pretty big. Find the key. I'll meet you down there. Пусто. Такое бывает. Пусто. Я так предполагаю, ключи у кого-то из тех пацанов, которых мы рубанули. Нет. Нашел? Да. Мне кажется, мы по одному и тому же месту бегаем. Просто меняются и все, появляются предметы. Там зомби, люди. Тебя это не смущает, Саш? Ну да, мне кажется. Хотя нет, вот, консервную банку я здесь не подбирал. Ну я говорю, что предметы просто меняются. Ну вот, мы здесь были. Какую-то книгу поднял. Ты поднял книгу? Мы были здесь, Саш. Может быть, мы уже на выход идем? Блин. А, почему на меня? Запинивай. Что, у меня навыки не появились? Нет. Ну так неинтересно. Че, побежали? А, я понял, той двери, наверное, где мы были. Мы же ключи взяли. О, о, о! Готовься, сейчас пацаны придут на взрыв. Почему? Ну, взорвался этот. Все, я открыл. Сзади. Не могу. У меня же новая способность появилась, я что-то и не пользуюсь. Какая? Я могу на бегу толкать плечом. Еще бежит, бежит, Саша, помоги. Ой, ёшкин кот.
Ваня, бомбер бежит, я его не знаю, чем убить. Отходи! Сейчас рванет. У меня что-то сюрикены закончились, как у меня. Помоги, Саша! Это что такое? В смысле? Дошли до куда-то. Give me a hand here, would you? Yeah, sure. Ага. Тут он легко открывал, да? Why don't you just stick your head out the door and shout, "Here we are, come get us"? Hey, sometimes there's nothing wrong with the direct approach. Holy shit. That's plastic explosives, right? Just сломает, да? Стенку. Alright, listen, you take this stuff and get back to the tower. I'll deal with these assholes. Don't be ridiculous. We'll fight them together. And risk letting them keep this much ordnance? No. Just go. I got this. Meet me back at the tower. Promise me you won't let Rahim near that hive. What? Yeah, of course. I promise. I promise. Just go. Конечно, пустят, да? What the? Красавчик. А, ты уже психанул, да? Да не, у меня самого случайно так выброс. Угу. Серьезно говорю. Я думал, что уже менять. Сразу начал. А Герхон тоже говорил, что случайно. Че? Говорю, Герхон тоже случайно говорил. Да? Да. Чтоб случайно так вышло. А, ты меня ждал. О, это кто такой? А, это которого мы все ищем, да? Ваня, ты. Почему? Когда долго не поиграл в компьютер. Ну чё, все, у меня щит сломался. А чё он искал? А. Чё, обратно в башню? Да. Я бегу. And we will, but right now let's deal with these explosives, okay? Okay, listen. I'll give the explosives to Said and you. В смысле, вот туда запрыгнул. А, у тебя кошка. We'll do. Don't worry. Don't worry. Я гребаный человек паук. Я сказал бы кто-то. Я теперь не боюсь никаких там прыгунов. В смысле, я могу теперь битой кидаться? Что-то прикол какой-то. В смысле? В прямом.
Точно, блин, я биту выкинул. Как ты можешь собираться биты? Где она лежит? Блин, где моя бита? Ну ты чего? А, вот нас. Все, бежишь? Да. Подожди, я кладовщику. О. Ну, может, это появилось? Да, появилось. This means we can survive for the next couple of days at least. Thank you so much. А ему можешь что-нибудь продать или нет? Кому, кладовщику? Ну, вообще, кому надо продать? Там торгаш. Сейчас закрою. Скажи, где здесь шоп? На втором этаже, по-моему, нету. Я не знаю, сейчас надо глянуть. Крен, Саид told me about the explosives you guys found. How perfect is that? Jade gave them to him. Саид used to be on a bomb squad, so he knows about that stuff. Yeah, kid, that was a lucky find. Would have been better to turn up some antizin, though. My buddy Omar is making sure Saeed put the good timers on those things. We have to be able to get our asses out of there before they blow. Whoa, we? There's no we in this. I mean, yeah, that nest needs to go. Now it's possible, but if it gets done, I'm doing it on my own. But it's my plan. And I will execute it perfectly, I promise. But... Ah, oh, shit. There's no use arguing with you, is there? Fine. I'll contact you as soon as Saeed's finished with the charges. And do we have a deal? I guess. Do we have a deal? Yes. We have a deal. Okay, one more thing. I keep seeing this bizarre kind of infected. Is Dr. Zara out at his trailer? I'd like to talk to him about it. Nah, he's down in sickbay visiting Dr. Lena. Thanks, kid. I'll see you soon. Давай еще одну миссию, и это и закончим сегодня. Давай. Это глазки устали. Hey Doc, you got a minute? Oh, it's Kane. Yes. How can I help you? Crane. Remember when I told you about that weird infected I saw? You know, the one who took one look at me and hauled ass away? Well, I just saw another one, and it did the same thing. Hmm. I believe I have heard your colleagues talk about those creatures. Bolters, they call them. Apparently, they favor certain areas of town over others. But only appear at night. I don't suppose you could catch one and bring me a sample of its flesh. You see, a thought occurred to me. A long shot, I realize. But if these creatures favor areas where I left my experimental bait, well, let's not get ahead of ourselves. Please do obtain a sample, but it has to be fresh. So you have to get it back to me quickly. Okay, and where exactly do I find these things? I'm told that quartermaster chap has been keeping track of them. Вот связь есть, они же могут кладовщику позвонить и спросить. По рации, да? Вот здесь продавец сидит, вот он. А, да? Не, ну вообще даже тебе говорю. Seems there's some survivors at the bazaar. Зачем ты к этому подошел? Да я перепутал. Did you say she's a witch? She says she's a witch.
She claims the infected won't even touch her because of her voodoo hocus pocus. They say she walked clean across the city without getting touched at night. Maybe she knows something we don't. Yeah, maybe. Or maybe she's just completely full of shit. Вот, продать, да? Что можно продать? Я все равно не пользуюсь гранатами. Сюрикенами тоже не пользуюсь. РПК тоже не пользуюсь. Мешочек тоже не пользуюсь. Сигареты не пользуюсь. Кофе. Все. Так. Hard to decide, isn't it? Someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh, you think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. Продам тоже. А зачем я продаю, если я могу это разобрать, Саш? Я не знаю. Просто взять вот так. Вот, например, его разобрать. Но это, конечно, мне потом бы пригодилось бы в будущем. Я разберу лучше. Я пока все равно ничего не буду красить. Давай на этот. Hard to decide, isn't it? Понятно. How are you doing? Че, можешь что-нибудь ему еще продать? Это. Все. Че-то где? Все, погнали. There's a lot to be done around the tower. I hope you find some time to take a look at the... What can I do for you? Doc Zara says you know where I should look for these, bolters. Super fast infected, covered in big green blisters. Oh, yeah, yeah. I can point you in the right direction. Here, here, and here. Though you ask me, if trouble don't come looking for you, no reason to go looking for trouble. Words to live by, thanks. Да, здесь. Расскажи что-нибудь. Что тебе рассказать? Интересную историю, помните? К сожалению, таких нету. Да, по-любому есть. Не, нету. Да, есть. Не, нету. Есть. Hey, what's up, Spike? Так, подожди. Короче, знаешь, где мы будем ловить его?
поближе к безопасной зоне. Ну а поближе... Ну так вот, можем среди зачистить вот сюда. Да-да-да, я туда бегу. Все. Я понял, про что ты говоришь. Да, ты правильно понял. Хорошо, сейчас. Что такое? Чем приглашение какое-то закончится через 5 секунд, что было? Да меня все, я убрал. Саш, иди сюда, помоги мне. Я уже тут безопасную зону защищаю. Да, тут надо помочь выжившим. Я не вижу где ты. Ох, нифига себе, что-то там так пацанов-то много. И все, четверо. Замечательно, еще, блин, зомбари. Че, поможешь, нет? Да сейчас у меня тут зомбари напали. Да господи, почему я такой нищеброд? Но чувака не могу убить. Ты беспомощный, Саша. Подсечки делаем. Можно подсечки делать? Да. Как он после таких ударов встает, я вообще не понимаю. Помоги ему. Ты упал? Почти. Да он бесит. Отходи, лечись. Как он уклоняется, я вообще не понял. Где он? Да вот он. Help us out, please! Don't leave us here! I was sure that was it for us. I don't even know how to. Oh shit! I can't imagine what those bastards would have done to us. I'm just grateful I'm still alive. Забери у него, он, короче, дает какую-то вышибалку. Да-да. Все, пошли. Перепрыгивай через нас. Здесь защищаем. Что делать? Крайне один остался. Все, это наше место. Да. Don't be like that.
Э, давай, где тут этот? До ночи надо пождать. Давай. Я как раз стою. Зайди сюда. Зачем? Ну подойди ближе. А, спать. Все, теперь так, подожди. Вот она здесь где-то рядом. Надо поспать. Только не спались. А чё, я думал это, поспим еще ночь, до утра. Зачем? Нам ночью надо ловить бегуна. А-а-а. Вот он, вот он. В это, в поле зрения не попади ему. Я сзади обхожу его. Я его сейчас ударю. Давай, Джон Тина. Да все, забирай уже, побежали. Тут этот. Давай рубанем его. Ой, их много. Нет, в безопасную зону. Ваня. Да в безопасную, беги быстрее назад. На меня лоб кокнули. Поднимать будешь, нет? Да, сейчас я. Где ты? Меня тоже кокнули. Ну, возрождаемся. Беру безопасную зону, беги, нет, стоит. Да я чё? А ты чё, куришь, что ли? Не надо так, Осуждаю, нельзя курить, слушай. Иди давай быстрее сюда. Да, я здесь. Осуждатель. Осуждаю осуждающих. Осуждатель Дред. Ой, ему хорошо, он 21 час поспал. Все, теперь побежали к этому. Да поднимись, пожалуйста. О, у меня палка сломалась. Не стоит больше. Что делать, Саша? Что делать, когда у тебя палка не стоит? О, как этого запрыгнуть, Саша? Не знаю, я на кошке запрыгнул. Ну все. Я жду тебя. You know, people started believing in angels now. If there are demons, there must be angels. Crane, come in. Did you get the samples I asked for? Ну конечно, я просто так бы не пошел бы. I was just telling Dr. Camden about you. Hello, Mr. Crane. Glad to have you working with us. You sound like an impressive individual. Interesting stuff, what passes for blood in this creature. Photosensitive. Quite deadly if used on a weapon, I'd wager. But I digress. My last bit of reagent here, and a reserve vial of... Oh my word. This tissue, it's testing positive for the recombined virus. Camden, do you know what this means? The meat experiment worked. When I dosed the meat samples with the altered strain, it's had an effect. This could explain all the different mutations. But I can't. Camden could. He has the equipment, but we have no way to get the research to him. Well, you can talk to him on the radio. Why not share the info that way? There's too much data, Crane. Вот он, ответ на твой вопрос. Water everywhere, and not a drop to drink. Говорит, свяжитесь по радио. Ну, почему я не могу общаться, раз это же есть. Я что, подожди, я задумался. Да я тоже понял, что ты куда-то вообще там в себя ушел. Читай, I'll contact you when everything's ready. You must go now. Much to do. Much to do. Чё, куда бежим? Или чё, надо? Чё, ещё будем миссию выполнять? Или потом?
Да я предлагаю отдохнуть. Ну я тоже согласен. Ну точнее это закончить. Wait, fucking hell, Raheem, that was my job. Кто там орёт? Сейчас она прочитает её закончить. Чё он не увидел? Короче, Трэкин пошёл сам куда взрывать. Глобальная эпичистика. Харам 2014. Play every lady. Raheem! Raheem! Чё ты, где? А? Брекен, do you copy? Yeah, I copy. What is it? I'm on my way to get Raheem. Raheem? He's here in the tower. No, he's not. He and Omar went to blow that nest, and now they're in trouble. Откуда он оружие? Я тоже хочу оружие. Fuck! Where'd they get the explosives? Ну, патроны, точнее. Well, I... Look, I stole them from Rise. Oh, Jesus, I just crushed! Я тебя могу заспойлерить, где ты возьмешь оружие. I'll get him to safety, Брекен. Именно здесь ты первое оружие возьмешь. Нет. Да. Че, он долго будет разговаривать, нет? Не ноги, у меня есть ноги, Саша. Я в шоке. Я вижу, как они ходят, Саша. Как они прыгают. Как они бегут, Саша. Это божественная игра. А это кто такой, смотри? Алло. Сюда вход-то запрещен вам. Обыскать. А как так? Куда он там взялся вообще? За тобой, наверное, бежал, бедолага. Ладно, все, давай. На этом мы серию заканчиваем. Ждите продолжения, там, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все дела. Ну все, делайте, короче, чтобы я был счастлив. Что для вас пилил контент. Все. До свидания, товарищи.